Мы с вами на арене HP Pavilion в Сан-Хосе. Добро пожаловать на предстоящий хоккейный вечер. С вами Александр Ткачев и Дмитрий Савин. Впереди нас ожидает настоящая яростная битва между Сан-Хосе Шаркс и Колорадо Эваланьч. Я думаю, обе команды сегодня настроены продемонстрировать быстрый и атакующий хоккей. А это обещает нам потенциально весьма крупный счет. Ну, если команды будут соревноваться друг с другом в скорострельности, там и до буллитов недалеко. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Быстро бросает шайбу. Сан-Хосе забрал шайбу. Он сумел оторваться от преследователей. Бросает шайбу справа. Делает мощный бросок. Быстро вперед. Хавлов. Выстреливает. Марло. Выход один на один. Сильный бросок. Хобасью. Выход один на один. Стреляет, что было сил. Он перехватывает шайбу. Он пасует Торнтон. Выход один на один. Бросает шайбу. Запускает шайбу. Передача. Воу. Это Джо Торнтон. У Колорадо появляется шанс выбраться из своей зоны. Воу. И он выбрасывает ее. И он уже в чужой зоне. Бросил. Пятачка. Он забрасывает шайбу. Выигрывает бросок. Бросает шайбу. Очень тяжело стартовать с двух пропущенных шайб. Он превосходно спас ворота. Выход 2-1. Бросает от души. Макклементу. Он отправляет шайбу в чужую зону. В углу. Отложенный штраф. Он будет оштрафован за толчок в спину. Сан-Хосе попробует извлечь выгоду из полученного численного превосходства. Мы еще не видели игры 5-4 сегодня, но таких возможностей будет масса. У команды очень техничная первая спецбригада большинства. Еще одно вбрасывание выиграно акулами. Быстрый бросок слева. Выход 2-1. Сильный бросок и точный. И он зафиксировал шайбу в ожидании свистка арбитра. Сбрасывание выигрывает. Шар мощно выстреливает. Пятачка. Выход 1-1. Бросил шайбу. Макклементу. Выход 1-1. Заряжает с пятачка. И снова пошел. Ниеми парирует шайбу щитом. Выход 2-1. Как здорово сыграно, чтобы выбить шайбу с клюшки соперника. Хобасью попадает в положение вне игры. Сбрасывание выигрывает Эваланьч. Шайбы завладевают Акулы. Бернс увидел, что истекло его штрафное время, так что его команда больше не играет в мяч. Элементарная шайба забита. Он зарабатывает удаление за атаку игрока, не владеющего шайбой. Сан-Хосе снова играет в большинстве. Сегодня от игры спецбригад будет зависеть очень много.
Первый раз забросить не удалось. Посмотрим, что будет сейчас. Они готовятся к вбрасыванию. Бернс. Прикладывается от души. Он принимает бросок на себя и, прихрамывая, буквально ползет с скамейки запасных. Это Дэн Пойл. Бернс. Бросает шайбу. Получает шайбу. Он припечатан. Счет 3-0. Команды отправляются на перерыв.